Приветище, это Planet Crafter, и мы продолжаем выживать на Марсе. Заниматься здесь строительством, как ты видишь, каким-то нещадно непонятным строительством. Просто бюджетные деньги налогоплательщиков выкидываются вот на вот эту вот всякую порожню. Если бы они увидели это, они бы меня, наверное, закидали камнями. Ну и, конечно же, выращивать здесь травушку, буравушку, цветочки и деревья. Пока что здесь одни камни вокруг меня и пески. Все. Это нужно для того, чтобы я мог дышать полными грудями, чтобы мне не нужно было постоянно забегать вот сюда и пополнять кислородные баллоны свои. Значит, нам нужно сейчас построить здесь бур. А, кстати, подожди. В комментариях писали, знаешь, что в комментариях писали? Говорит, типа, ты хотел построиться высоко-высоко на песчаных вот этих водопадах и там построить дом, а в итоге построился внизу. Ну, такое бывает, да. Я объяснил свою позицию, потому что я не хочу вон оттуда бегать вниз. У меня скорее кислород закончится, когда я буду туда подниматься и спускаться вниз. Еще мне сказали, зайди в песчаный водопад, там где-то есть пещера. О, сразу на нее набрел. Нифига себе, что это такое? Это что, лед что ли? Подожди, что-то написано. Тает при 100 НК. То есть надо планету разогреть, и тогда это все потает. Ничего себе, прикольно. А что там дальше, интересно, в глубине? Короче, под этими льдами есть какие-то кристаллы. Их нужно как-то добыть. Да блин, ты перепрыгнешь или нет? Да ладно, я сейчас сдохну, что ли, здесь? Я не могу перепрыгнуть обратно. Help me. Черт, внимание, низкий уровень кислорода. Да, походу буду погибать. Все, меня эта пещера заберет. Ну не могу выпрыгнуть вообще никак. Давай с разгончика. Нет, сюда запрыгнул, обратно никак. Зачем я это сделал? Эх, дебил. Мне еще рассказали про золотые сундуки. Ага, ого. Короче, они тут где-то разбросаны, их нужно искать. О, все, мы появились, отлично. Я сейчас обратненько сбегаю, там достану свое тело. У меня же там семена были различные, баклажанчики, перчики. И начнем бурить планету, разогревать ее. По-моему, пещерка где-то здесь была, по крайней мере. Пещера. Да, вот она. Прям по центру, смотри, строился. А, тут не видно нифига. Сейчас я заберу свой сундук. Короче, надо будет еще побегать вот по всему этому песчаному водопадику. Мало ли, там еще что-нибудь интересненькое завалялось. А мы начинаем. Строительство бура. Мне нужен бур Т1. Для этого понадобится титан. Идем. А, у меня же титан вот тут. Что-то где-то валялись эти мазочки. Ну, мозги. Не мазочки, а мозговочки. Вачки. Да. Вот это тоже, кстати, титан. О, нифига себе, тут разогрелась как планетка. Все желтое такое. Мы тоже сейчас ее подразогреем. Но для этого нам понадобится энергия. Так, я хочу здесь красивенько расстроиться. Значит, вот. Давай, начинай жечь. Давление, че сколько? Давление 20 НПА. Энергия 0,50. Теперь мне нужно ветряную турбину построить, чтобы все запустить. Значит, котлеты отдельно, мухи отдельно. Поэтому ветряная мельница у нас будет стоять где-то подальше. Где-то вот здесь. Да. Все, смотри, все закрутилось. Энергия идет, здесь все бурится. Все чудесненько. И индекс терраформации у нас потихенечко поднимается. Собери экран терраформации. Да не вопрос. Где он у нас? Вот он. Кремний нужен. Быстрее, бегай сюда. Я думал, все, сейчас кони двину. Кремний мне нужен был, вроде бы как. Значит, экран терраформации. Куда его воткнуть? Можно прямо на здание бомбануть, даже можно? Куда-нибудь. Не, прикинь, нельзя. Ну, ё-моё. Да, блин, на улице хотел экран повесить, но придется в помещение. Ладно. Экран терраформации у нас есть. Кислород 0, тепло 0, давление потихонечку поднимается. Давление поднимается параллельно терраформированию. То есть 14 Ti это 14 или 15 NPI. Все отлично. Ты, наверное, не понимаешь, о чем я говорю, но это очень заумные вещи и очень нужные вещи. Чертеж энергии потребления, по-моему, мне нужен. Да, нет, нет, да, собери экран чертежи. Ага, экран чертежи. Кремний мне нужен, окей. Кремний. Еще один кремний, еще один кремний. Побольше кремния, это хорошо. Значит, еще один экранчик. О, можно и тут его бомбануть, да? И вот здесь можно вот так вот. Отлично я придумал. Но он, конечно, как бы внутри. Но тут не совсем видно, что он внутри. Он как бы внутри прикреплен, но и в то же время снаружи. Это баг. Значит, я теперь смогу разблокировать все, что смогу открыть. То есть, вот это сколько?
300 Ti. Вот когда я наберу 300 Ti, тогда я разблокирую второй уровень рюкзака. Ты об этом, конечно же, знал. Да. Я хочу пить, а потом пописать. Значит, собери нагреватель Т1. Нагреватель Т1, вот он. Железо и кремний. Железо! Я иду тебя искать. Железо найдено, поэтому строим... А, подожди, его нужно в жилом модуле строить. Точно. Вспоминая потихонечку. Окей. Ставим его сюда. Теперь... А, по-моему, у меня энергия кончилась. Надо побольше ветряных поставить. Ветряные мельницы, мельницы, карамельницы. Буду строить их в ряд. Вот. Чтобы, знаешь, бегать вот так вот. Здесь у меня будут буры, а здесь у меня мельницы. И такая аллея из всего этого. Это ж красота. Надо еще сделать ветряную мельницу. О, ну красиво, красиво. Ай, правда, пересекается, но ничего страшного. Собери флоре-стенд. Флоре-стенд, вот он у нас. И мы его поставим тоже внутрь. И у меня даже есть кое-что посадить туда. Вот. Я могу туда баклажан. Да, давай. Или семя лиры. Что посадим? Семя космического баклажана. Поместите его в изготовитель пищи. А, в изготовитель пищи. Подожди, а что если я его сюда затолкаю все-таки? О, я его выкинул случайно. Нет, сюда не поставить. Только вот это. Семя лирмы. Тогда баклажанчики забираем. Достичь голубого неба. Для этого нам нужно 175 000 Ti. А это, я тебе хочу сказать, очень долгий процесс. Для этого нам нужно еще погреть землю. Так что ставим еще один бур. Вот. Процесс пойдет намного шустрее. Давай-ка мы сейчас вот здесь вот еще хранилище с тобой забабахаем. Что я говорю, как старославянин какой-то. Значит, вот ящик у нас будет. Сюда сейчас закину... Ой, я его не той стороной. Ну ладно, пойдет. Сейчас мы сюда, значит, закинем вот это все барахло, чтобы оно у меня тут не хранилось в кармане. Очень важное барахло. Это еда. Сейчас можно, кстати, похомячить. В принципе, почему бы и нет. И сделать себе воды. И еще и кислороду. Для кислорода нужен кобальт и лед. А, нет, только лед для воды нужен. Ледовые вот эти сосули собираем в кармашек. Блин, как потемнело. Какое все красное стало. Что это, кровавая луна, что ли, вышла? Интересно, а тут ей... А где луна, которая вот так вот ходит? Это же не она? Нет, это не луна. Тут все статично, все планеты стоят на одном месте. Это, конечно, не очень круто. А, мне еще нужен строитель. Строитель второго уровня, для него железо и кремний понадобится. Окей. Скоро найду. А пока воспользуюсь вот этим. Значит, кислородная... Кислородный баллон. И водичка. О, гляди-ка, получу новый чертеж. Рюкзак Т2. Надо замутить. Но чтобы его сделать, нам нужен верстак второго уровня. Для этого мы отправляемся с тобой за железом. Железо? Железо? Нет, это все фуфло. Вода есть, кислород есть, поэтому мы можем отходить подальше от дома. Но не сильно. Сейчас разведываем территорию. Что же у нас вот здесь вот имеется? Это все фигня. Вон там титан вижу. Фуфло, фуфло, фуфло. Ничего интересного вообще. Ну как так? А где железо-то? Что все железо? Опа. Здесь у нас что? Ух ты. А вот, собственно, и железо. Не в таком виде я, правда, искал. Блин, места маловато. Давай в воду бахнем. Где у меня вода? Выпить воду. Да нет, выпей ее. Вот. Все забрали. А это надо разобрать тогда. Разбирай. Железо некуда положить. Давай лед я уберу. Лед выкинем. Нафига я лед с собой таскаю? Вообще не понимаю. Лед выкидываем, железо собираем. Забирай железо. Идем дальше. Внимание, низкий уровень кислорода. Да знаем, мы знаем. Титан. Сейчас как только я начну захлебываться, я сразу же бахну. О, железо. Сразу же бахну кислородик, так что не переживай. Я, конечно, могу проморгать, поэтому сейчас ори. Там что-то интересное, нет? Наверное, показалось. Так, все, кажется, мне уже плохо. Кислородная капсула. Все, мне уже хорошо. Пока живем. Я думаю, что когда я занюхаю второй кислородный баллон, надо будет уже бежать домой. Вот это же железо, по-моему, да? Да, железо. В какой-то веке я подальше от дома отошел. А вон там ракета. Ну, в смысле, наш корабль, на котором я должен был сюда прилететь. Алюминий. Нет, алюминий я пока собирать не буду. У-у-у, как здесь все зелено. Так что вон в той стороне то старое место, где я играл в раннюю-раннюю альфу. И там, по всей видимости, есть сера. Нет, там не сера, а в смысле, там есть золотой сундук. Потому что на крыле, говорили, где-то на крыле есть золотой сундук. Кобальт. Но его не буду. Блин, мне интересно, а что если туда сбегаю до корабля? Там есть капсула какая-нибудь спасательная?
Ну что ж, у нас кислород подходит к концу, а я уже возвращаюсь на базу. Я все успел сделать, и сейчас еще даже занюхну еще один кислородный баллончик. Возвращаемся мы с тобой не с пустыми руками. Мы набрали с тобой достаточно и железа, и кремния, чтобы сделать верстак 2. Верстак 2 мы разместим, естественно, не на улице, потому что мы не можем это сделать. А вот здесь вот, прямо вот здесь давай разместим. Надо его только повернуть грамотно. Вот. И тут у нас есть рюкзак уже второго уровня. О, тут и баллоны крутые, мощные. Нужен рюкзак Т1, титан. Он тут рядом с домом у меня валяется. И рюкзак надо снять. Рюкзак снимаем. А, не могу снять, прикинь. Во-во-во, снял, но все повываливалось. Вот теперь все. Рюкзак готов. Он уже не одет еще. Давай надевайся. Место стало побольше. Че, предлагаю сделать окошечко. Где у нас тут окно? Вот. Мы его сделаем. Блин, было бы прикольно вот здесь вот огромную дверь поставить. Мы сделаем окно здесь. Вот. Вот это уже другое дело. Так можно и на песчаный водопад смотреть. У нас тут уже травушка. Муравушка выросла. Смотри как. Можем еще одну посадить, если добуду лед. А лед уже добыт. Соответственно, сейчас все посадим. У меня кислорода сколько здесь? 91 ppq. ppq. Знал бы я еще что-то такое. Опа. Что произошло? А, энергия кончилась. Все, расти. А я пошел ветряные мельницы еще поделаю. Железо есть? Железо есть. Значит, шпинг. И надо еще поставить. И шпинг. О, аллея ветряных мельниц у меня появляется уже. Знаешь, что я думаю? Что нам бы жилой модуль наш расширить, а то этого как-то маловато уже. Я думаю, сзади можно пристройку шлепнуть. Или может в бочину. Нет, в бочину не получится, тут лесенки. Сзади бамбах. И сделать вход еще и с другой стороны. А, нет, тут куча материала надо, которого у меня нет. Нет. Подождите. А я же как... А... О, да, я думал, а как же у меня экран-то, если я... Он будет висеть вот... Ну ладно. Будет перегораживать... Вместо перегородки, да. Двух помещений. Значит, что мне нужно дальше? Наверное, ты думаешь, ну сделай уже себе там стол рабочий или еще что-нибудь. Я хотел кресло сделать, но у меня ткани пока что нету. Видишь, ткань везде. Стол-то я могу сделать. Но какой же стол без стульев? Пойду посмотрю, что я еще могу соорудить. Вот этот мне интересно было. Это экзоскелет. Увеличивает количество ячеек под оборудование. Ну, пока он особо-то мне и не нужен. А вот это что? Микрочип-фонарь. О, микрочип-фонарь можно сделать. А подожди. У меня тут все забито, в принципе, уже. Так что с фонариком пока повременим. Короче, предлагаю нам с тобой сделать кислородный баллон Т2. Кислородный баллончик. Снимайся, давай, снимайся. Мне нужен расширенный кислородный баллон. Он у нас теперь есть. Впихиваем его вот сюда. И теперь у нас 200 кислорода. 200 кислорода, а было 145. Ну что, неплохо, мы можем дальше путешествовать. Но чтобы дальше путешествовать, нам нужно все-таки с собой запасную капсулу сделать. На всякий пожарный. Все, 2 кислородных баллона. Куча воды, еда с собой есть. Я могу еще сделать вот так вот. Набрал, кстати, тканей куча. Можно, в принципе, и кресло какое-нибудь сделать. Сейчас давай, прежде чем я уйду, сделаю себе вот здесь вот релакс-комнату. Ну что, кроватка моя, кроватище. Я тебя поставлю, наверное, вот так вот тебе сюда вот. Вот так вот, все, у меня теперь есть кровать. Отдущий, только спать я на ней не могу. Нафига я тогда ее сделал, эту кровать? Просто на ней стоять? Ну уж нет. Ладно, побежали. Надо воды бахнуть сейчас, подожди. Вода. Воды бахнули, еда есть, все, побежали. Мы сейчас отправляемся с тобой на поиски железа. Нужно огромное количество железа, потому что здесь его уже больше нет. Я могу его сделать из моста, ну, в смысле, разобрав мост, у меня появится железо. Ну, зачем это делать? А еще можно сделать, знаешь что, еще жилой модуль. Титан только найти и несколько аванпостов таких намутить, КППшных. О, получен новый чертеж, солнечная панель, отлично. Напустим вон там, вот где ракета. Мы сейчас попробуем дойти до ракеты. Ну, до космолета этого, который разбился. Это что? Железо. Блин, какое оно тут странное. Странного цвета. Подожди, вот это тоже железо, да? Отлично. Это неинтересно, это тоже. Мы сейчас просто бежим на поперек всей этой территории, чтобы побыстрее добраться вон туда, вон к той расщелине. О, смотри-ка. Там может быть что-то интересное в этом ящике.
Ящик. Нифига себе. Алюминий, еда. Но, блин, я сейчас это начну все собирать, у меня и место кончится. Алюминий пока не нужен. Я запомню это место. Конечно же, забуду. И потом вернусь когда-нибудь сюда. Так, железо есть, титан пойдет. Все. Бежим дальше. Кислород все кончается и кончается. Ой-ой. А туда, прикинь, не пробраться, оказывается. Чтобы пробраться, нужно вот это все дело растопить. А когда я растоплю, тут будет река или море какое-то. Блин. Понятно. Точи зубы об лед, товарищ. Ну, еще есть выход вон там, какая-то пещера. Может, через нее сможем пройти? Но это явно не короткий путь. У меня точно кислород не хватит. Ага! Здесь тоже лед, понял? Короче, пока я этот лед не растоплю, никуда я не попаду. Походу, вот эта полянка — это мое все на данный момент. Поэтому забираем здесь все, что можем, и драпаем домой. Ну все, я дома. А это говорит нам о том, что пора бы разогреть очень хорошенечко эту планетку, чтобы пробраться в другие части этого Марса. Че, титан? Титан кончился. Да ё-моё, титан надо было еще собирать. Давайте, буры, ставьтесь. Больше буров надо, еще больше. Нужно очень быстро разогреть планету. Прям капец как. Сейчас. Да, электричество кончилось. Блин, а зачем мельницы ставить, если у меня теперь есть солнечная панель, которая вырабатывает 6,5 энергии в секунду, а мельница 1,2. Надо сделать поляну солнечных панелей. Блин, тут уже лысая поляна. Помнишь, сколько тут материала валялось, а? Помнишь? А все уже лысое. Все пособирал. Ну что, настало время солнечных панелей. Панели мы будем размещать вот здесь. Вот. Это чисто их уголок. Вот таким вот образом будем раскидывать. Я думаю, что электричество у меня теперь просто огонь как много. Вот, три панели. Пойду-ка я посмотрю, что у меня там вообще происходит по электричеству. Покажите мне. Давление, кислород, тепло. А электричество-то где? А, мне экран энергии-то надо сделать. Я же его не сделал. Давай по той же технологии. Вот тут вот, с торца. На углю. Вот, экран энергии. Разворачиваем. И не, может быть, с одной стороны все шлепнуть? Слушай, так же удобнее будет. Вот так вот. Сверху и снизу экран. О! Огонь. Итак, энергии, смотрим. Сколько у нас всего? Производится 27 киловатт электричества в час. Потребляется 6. Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что можно еще сделать буров. Так, значит, еще парочку добавим. Готов. И еще один. И на этом, наверное, хватит. Потому что аллея получилась, ну, просто нереально. Каких масштабов. Очень длиннющая. Еще и солнечные панели тут скоро все забьют. Так, нам нужно еще не забывать про тепло. Согревать же надо. О, получен новый чертеж Флоресцент B2. Потом сделаем его. Разогревать планету же нам еще нужно. А для этого нам нужны вот такие вот штуки. Давай-ка мы сделаем. И иридий. У меня он где-то... Вот, последний. Значит, тебя мы поставим рядом с моей кроваткой, чтобы ты меня грел. И заодно согревал планетку. Опа, все. Все греется, все хорошо. Пойдем стенд посмотрим. Что у нас тут? Кислорода. Достаточно для одного человека, более чем. Даже для нескольких, я бы даже сказал. Тепло норм. Давление норм. Терраформация уже почти 2000 Китая. А нам нужен, напоминаю, 175 тысяч. О, как это будет долго. Такое ощущение, как будто это вечность будет все делаться. Давай посмотрим, что нам нужно там для флоры стенда B2. Лед, магний и кремний. Но садить-то мне, в принципе, пока что нечего. Ростков-то и нету. Поэтому делать его тоже не вижу смысла. Ну что, я думаю, что на сегодня мы закругляемся. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим роликом и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов, на которых мы, собственно, с тобой увидимся. Поэтому до встречи!